Красотки мои, всем привет! Как вы поняли, по этой кучке сегодня будет видео о покупках. Я кое-как это все просто донесла, доперла до дома и уже спешу с вами поделиться покупками, рассказать вам, что прикупила, что нового интересного появилось. И да, у нас сегодня день скидок, и это как раз перед 23 февраля. У нас тут рядышком магазин, где продается бытовая химия и косметика. У них сегодня день скидок, я решила, та-дам! Я решила, что нужно подкупить то, что у меня закончилось. Давайте потихонечку разгребать и посмотрим, что же у меня здесь в этих пакетах. Первое, что покажу и сразу же уберу, я купила относительную, наверное, новинку от бренда Зева. Это детская туалетная бумага. Также у них идет, собственно говоря, акватоп. Это вот эта вот втулочка, которая легко растворяется в канализации. Очень удобная штука. И да, я уже ее достала, убрала. Взяли, если честно, из-за того, что здесь детская аппликация, и у меня Кирюхе она понравилась, поэтому мы ее взяли на пробу. Следующее, что я всегда покупаю, и именно в таком объеме, это бумажные полотенца Зева. Потому что они, во-первых, мне нравятся, во-вторых, вот эта вот упаковка со скидкой в 20% мне обошлась в 112 рублей за 4 рулона. Ребята, это, мне кажется, очень-очень бюджетно, поэтому с удовольствием взяла. Использую ее везде, и в ванной комнате, и на кухне, поэтому, да, мы ее прикупили. Следующее, это просто мечта енота полоскуна. То есть меня. Я купила порошок, который мне очень сильно нравится, это Персил, их последняя версия, которая выходила, Complete Solution 360, у меня здесь, по-моему, не прописано для колор, это, по-моему, обычный их порошок, универсальный для белого белья, я его взяла, он стоил 547 рублей за 3 килограмма, мне кажется, компания Персил немножечко подняли цены на свою продукцию, но мне он очень нравится, и я его взяла. И также я увидела на полке в магазине вот такой вот, но тоже, мне кажется, относительно новый порошок, по крайней мере, я его не пробовала, тоже от бренда Персил, но здесь написано серия премиум. И что же нам обещает данный производитель? Это новое поколение чистоты и безупречное удаление пятен и свежесть до 4 недель. Здесь получается у нас 20 стирок, а здесь 18 стирок. Я вначале думала то, что это тоже 3-килограммовый порошок, но оказалось здесь всего 2400 вес, но мне было интересно попробовать. Кстати, вот этот порошок, он, по-моему, стоит 546 либо 549 рублей у нас в магазине, так что вот так вот. Ну, я могу сказать, то, что у этого еще Персила, оказывается, уже вышел вот такой вот гельчик. Так что будем пробовать, скоро об этом все, об этом узнаете, либо из влоговой части я вам расскажу, понравился мне данный порошок и стоит он своего внимания или нет, либо, конечно же, я вам расскажу в пустых баночках, но мне уже дико интересно попробовать данный порошок, потому что, ну, как-то вот новиночки всегда с удовольствием приобретаю и потом с вами делюсь своим мнением. Сейчас пододвину к себе вот этот пакетик и буду потихонечку доставать, вам показывать, что же было в пакете. Итак, первый продукт, который я хочу достать и показать вам, я купила средство для мытья посуды от бренда Synergetic, антибактериальный гель для посуды, сочный лимон, можно этим гелем мыть, и детские игрушки, и посуду, и овощи, фрукты, в общем, и он еще биоразлагаемый, по-моему, идет, экопродукция, тут его рекомендует Юлия Высоцкая, в общем, все здорово, все круто. Могу сказать так, ребят, у меня был подобный гель для мытья посуды с апельсином, я покупала его, приобретала, в принципе, неплохой, я, как видите, повторила покупку, его взяла с огромнейшей просто скидкой в 40%, на него была какая-то акция, взяла вот этот вот гель 500 мл за 77, либо за 78 рублей. Но я его уже открыла, начала сейчас мыть посуду. Запах мне не очень понравился его, поэтому как-то вот. Следующий продукт тоже от бренда Synergetic. Я взяла средство для окон и зеркал, биоразлагаемый тоже, эффективное универсальное средство, подходит для любых глянцевых поверхностей. Еще не пробовала, прям интересно попробовать его на самом деле, потому что, ну, как-то вот они очень громко заявили, что они могут сделать, и я решила протестировать, так что буду пробовать. Следующее, что взяла, это были, кстати, вот такие вот пакеты для заморозки, они стоили
по 45 рублей, трехлитровые. Это вообще очень-очень-очень нужная вещь, поэтому всегда покупаю. И круто, что взяла со скидкой. Следующее, что взяла, это были вот такие вот перчатки тонкие, нейтриловые. Неплохие перчатки, в принципе. Решила попробовать. Кстати, стоили 10 штук по 75 рублей. Еще, кстати, за минусом 20%. Мне кажется, это очень-очень приятно, поэтому с удовольствием их приобрела. Также взяла вот просто вот наикрутейшая вещь, которая стоит, по-моему, 9 рублей. Это вот такая вещь антинакипин. Девчонки, хозяюшки, присмотритесь. Вообще мастер блеск для очищения канализационных труб. И сейчас уже средства антинакипин меня просто покорили. Крутая-крутая вещь. Так, что тут у меня? Крутая-крутая вещь, которая очень замечательно, просто великолепно отмывает, убирает накипь с чайника. Причем, если у вас там прям даже хорошая накипь, он убирает. Мне понравилось. Я вообще не знаю, что здесь внутри. Химики, подключайтесь и рассказывайте, что здесь и как тут. Может быть, вы мне скажете, насколько оно безопасно либо опасно. Но вещь, которая просто термоядерная для накипи, убирает все. Так что 9 рублей вообще любо-дорого, и вам советую попробовать. Итак, следующее, что взяла, это был Ленор. Как вы знаете, я очень сильно люблю кондиционеры Вернель, но мне понравилась одушка вот этого вот кондиционера Ленор. И еще что мне понравилось, то что это детская серия, и она идет с миндалем. Я подумала, почему бы не попробовать, может быть, Ленор как-то по-другому стал делать, и может быть, я вообще проникнусь данному бренду и тоже его полюблю. И вообще, на самом деле, еще на вот этот вот Ленор была очень хорошая скидка, поэтому он у меня оказался в корзине. Следующее, что я вам покажу, это уже будет не бытовая химия. Я немножечко купила еще средства личной гигиены, так что поехали, вам покажу. Решила взять на пробу вот такое жидкое мыло Алоэ Вера и зеленый чай от бренда La Fresh. Стоила вот эта вот упаковка в 500 миллилитров всего, на минуточку, да, 35 рублей, девчонки, 35 рублей жидкое мыло. Мне прям стало очень интересно, насколько оно будет хорошее, потому что как-то вот обычное жидкое мыло, которое я беру, оно стоит всегда там около 300 рублей, и это мыло Детол. Последний раз, когда я была тоже, брала какие-то недорогие мыла, они, по-моему, стоили по 100 рублей, но они немножечко такие, как бы, жидковатые были. Вот решила взять, попробовать вот это мыло, и, конечно, вам расскажу в пустых баночках, как оно было, но цена 35 рублей, я, ну, не могла не купить. Думаю, блин, ну как так, я не куплю. Ребенок купил себе, выбрал вот такую зубную щетку, либо с акулой, либо с дельфином, мы так еще с ним не решили, но она ему понравилась, так что мы ее взяли. Также взяли обычные зубные щетки от бренда Colgate, они идут средней жесткости, приобрели. Также взяла вот такую вот пасту зубную от Блендамент, бодрящая свежесть. Мне нравится бренд Блендамент, у нас сейчас немножечко другая паста, но на него тоже была очень хорошая скидка, он стоил по 79,90, по-моему, по 80 рублей вот эта паста, поэтому я решила ее взять, приобрести. И, наконец, у нас на прилавках появилось тоже мое очень любимое мыло. Оно идет у нас от бренда «Мое солнышко» с маслом авокадо. Очень сильно его люблю. И когда у меня Кирилл был значительно меньше, я его всегда постоянно брала. И, простите, и подмывать им можно, и умываться. Я даже пару раз мывала макияж таким мылом. Были времена, мне нравилось, я с удовольствием его взяла, и на него была скидка в 20%, и еще здесь объем 400 миллилитров, так что, мне кажется, очень-очень удачная покупка оказалась в этот раз. Все, пакетик пустой, все мои покупочки, которые я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, данное видео для вас было лайтовым, интересным и полезным. Не забывайте, конечно же, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. И да, оставляйте комментарии, что вы покупаете, что вы пробовали, что вам понравилось. Пробовали ли вы вот этот вот, кстати, порошок Персил, понравился он вам или нет, и вообще какой порошок всегда вы покупаете. И знакомы ли вы вот с этой, кстати, маркой Синергетик, нравится или нет, и что оттуда еще посоветуете попробовать, потому что от бренда Синергетик я увидела, что у них там есть средства
белизна какая-то, концентраты для стирки белья. У них там есть еще как что-то, вы знаете, там против пятен, для всего, в общем, для кухни. И я вот решила начать познакомиться с этим брендом, потому что еще в магазинах на них бывают очень хорошие, интересные скидки. Так что вот так вот. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.